на эту историю, нам следовало начать с эпизода таинственной и неоднозначной смерти Метровилля-старшего, отца Саши и Луизы, родного брата-основателя ялтинского клуба «Синеки». Экспертиза патолога-анатома констатировала сердечную недостаточность. Но семья в это не верила. А спустя несколько дней в Лондоне объявился человек, называющий себя наследником Метровилля. Какой-то бизнес-партнер отца. Трейдер. Юрист. С его слов, помогал отцу расталкивать по офшорам. Он британец? Из бывших. Дело в том, что я видела их вместе. Как часто? Один раз. Тони сказал, что ты его никогда не видела? Тогда я не была уверена. А сейчас? Сейчас.